Всем привет! Пошло опять разбор гардероба. Ну, футболочки, там такие 7-8 рукав, блузочки, кофточки. И всю зимнюю убираем. Вот. Меня зовут Анна. Приветствую вас. И смотрите, вот такая блузочка мне отдавала ее тетя. К сожалению, не знаю, мне кажется, она возрастная. Она идет как бы 50-52 на хлопок. Вообще неплохо смотрится, но я понимаю, что она возрастная и немножко не для меня. Выставила на продажу вообще за 300 рублей. Вот. И если получится продать, я вам расскажу. Вот так неплохая. Ну, не знаю, не буду. Не мое. Осенью так вот, в сентябре, когда еще тепло было, бабье лето одевала, так. Возрастная. Так что вот такие дела. Всем привет, меня зовут Анна. Сегодня очередная рубрика «Разбор гардероба». Что-то на продаже, что-то выкидывать. Убирала зимние такие свитера и увидела этот свитер. Ну, он долго лет уже, но он хороший. Но со временем, сейчас покажу, что произошло. Вот здесь, видите, разошлось. И вот здесь, ну, уже просто старый свитер выставлю на помойку. Вот. И он уже такой немножко, видите, выцвел уже цвет. Вот. Следующая. Приезжала тетя. Ой, привезла опять футболки. Вот эту футболку я выставила на Юле бесплатно. Но она идет на 54-56, и потому что это синтетика. А я не люблю синтетику. Если было бы хоть там 50 хлопок, 50 синтетика, выставила бесплатно. Вот. Так что вот такие дела. Есть вот такая старая шляпа. Ну, она уже, видите, потрепанная. Ну, она популярная модель на Алиэкспресс, но просто она уже все. Вот, отвезу ее на дачу. Вот. Вот такая шляпка. Отвезу ее на дачу. Уже все. Много лет ей. Я заказала новую. Так что, вот такие дела. Сейчас продаю, постараюсь продать. Девушка приедет на машине. Я его одевала один раз на Новый год. И вот оно лежит так. Ну, там надо было в таком цвете каком-то, вот в таком. И я вот справляла на такой вот. Но оно чисто полиэстер. Вот, но оно ближе, знаете, уже на 48-й, потому что 2-3 года назад. Но оно очень классное, прикольное. Если девушка повыше даже, прекрасно будет смотреться. Вот, так что вот такие дела. Помните, ботинки покупала в Каре? Они еще по акции, черная пятница, было 1300. Одела 2-3 раза и поняла, что мне неудобно в них ходить. Ну, в стопе особенно неудобно. Вот сейчас приедет с Авито девушка и просит за 1100 ей дать. Не знаю, в мае месяце зимние ботинки. Ну, сейчас приедет с соседнего района. Так что прощай, ботиночки. Да, скажи? Да? Да, продаем. Хорошие, на самом деле, ботинки, но неудобно ходить в них. Помните, давно заказывала на Алиэкспресс? Такая вообще рублей за 500 сумка. Но вот все, пришло время. Вот здесь, видите, она разошлась. Потом вот здесь внутри швы, дырка. И еще внутри здесь. Ну просто там уже такие дырки идут, что просто нет смысла. Ну вы видите, да, в каком состоянии. И здесь просто она уже пошла по шву. И это бесполезно зашивать. Сколько прослужило, столько прослужило времени. Вот. Выкидываю ее. Разбор немножко маминого гардероба. Вот эта футболка, да, на внешний вид она хорошая. Но в связи с тем, что может быть старая уже ткань. Вот видите, ее должна дальше неохота отвозить. Ну как бы швы уже. Просто выложу на помойку, кто хочет, тот возьмет. Вот такая футболочка. Здесь она уже пошла. Вот видите, она немножко шов так вот уже идет. Так, следующая. Вот такая футболка. Мама когда-то ее покупала, но она сказала, носить ее не будет. С цветочком выставлю на продажу. Ну, дорого не буду выставлять. 100% хлопок. Вот, вот такая футболочка. На продажу выставлю.
Следующее. Вот такая юбка. Давным-давно покупали. Bon Prix. Я не знаю даже, какой размер. 40-42. Вот. Ну, ткань хорошая. Но, к сожалению, кошка забрала из шкаф. И видите, вот такие вот, как показать, зацепка. Ну, уже некрасивые. Вот здесь мелкие-мелкие когтяшками она цепляла. Пойдет на тряпки. Представляете? Ну, просто ткань такая хорошая. Пойдет на тряпки. Такая длинная. Пойдет на тряпки. Бонприкс. Очень хорошее качество. Вот видите, какие зацепки. Ну, это уже все. Вот видите, как тяжками точила. В шкаф забиралась. На тряпки. Так, следующее. Вот такая у мамы футболка. Не знаю, купила. И в итоге очень сильно ее обтягивает, увеличивает. Так что будем выставлять на продажу. 100% хлопок. Вот. Ну, я бы сказала на 52 максимум. А так, в прекрасном состоянии футболка. Я думаю, ее купит сразу же. Вот. Далее. Вот такая, видите, да, в хорошем состоянии футболка. Но на самом деле она уже, видите, немножко такая выцветшая. Это идет футболка на дачу. Но она просто уже ткань такая вот. Вот такие бриджи от какого-то костюма тоже идут на дачу. Хлопок. Тепло бегать на даче. Вот такие штанишки она на дачу. И вот такая кофта на молнии отдавала ей сестра. Вот, но она в хорошем состоянии. Просто у мамы очень много кофт. Будет на даче носить. Видите, у нас все идет на дачу. Вот. Это все идет на дачу. Тоже мамина вот такая красивая футболка, новая, ни разу не одевала, с биркой. Покупали на Валберес, это город Иваново. Видите, сухая роза, цвет 54 размер. И вот этот сейчас кислотный, вот эти цвета очень в моде. Смотрите, какое качество. Легкое и рукав такой, даже на широкую руку. Ну, придется продавать. Вот, если ссылочка осталась, обязательно оставлю ссылку. Это года 2 назад. Она ей не устраивает, потому что она длинная, она 71. А так футболка шикарная. На продажу. Есть вот такая куртка. Отличная, шикарная, да, мамина. И кнопочки, и все прекрасно. Но вот такое пятно, оно ничем не отстирывается. Продавать мы его не будем, эту куртку. Отдавать, ну, с таким пятном просто. Вот из такого пятна приходится выкидывать вот такую красивую куртку. А так она классная. Видите, хорошо сделана. Уже всеми средствами, всем, что можно. Такое въевшееся пятно. Все перепробовала. Пятна выводить, все, что только не делала. Не выводится въевшееся прям такое пятно. Жалко. Вот так вот, на помоечку. Разбираю свои футболки. Вот такая футболка Ру ТВ. Мы где-то выигрывали, концерт был. Она 44-46, но, к сожалению, она белая, я ее не буду носить. Вот. Скорее всего, отдам сестре мужа. Вот. Может, дома сносит. Ну, неплохая футболка или на даче. У ее молодого человека дача есть. Вот. Может, он сам, парень ее сносит. Она такая унисекс. Вот. Так что разбор футболок. Еще тетя отдала вот такую кофточку. Ну, водолазочка, да? Но она большинство на мой размер. Марка Джорджи. Ну, 48-50, вот. Выставлю на Юлу на продажу. А что делать? Я носить ее не буду. Панама, которая маленького размера пришла с Алиэкспресс, отдаю племяннице. Никто не захотел купить. Вот. На детскую головку. Смотрите, вот в таком ужасном состоянии сапоги. Кари. Вот такой материал. Не берите. Мама их доносила до дырки. Видите, что произошло? Кожа отошла, все. Они там уже часть где-то отклеиваются. Вот с такого материала не берите. Ну, 2 сезона она относила, все. Видите? Подошва ничего не треснула. Только вот этот материал треснул. Все, в помоечку. Видите, в каком состоянии? Она любит сюда дырки носить. Так, следующее. Кузьма! Кузьма!
Вот такие кеды. Они идут, я так поняла, на 37,5. Я когда-то покупала. Они тоже недорого стоили, но маме на 38 они малы, а мне немножко великоваты. Ну, на дачу. Натаскаю на даче. Их обычные кеды. Вот. Напишите, вы на дачу отвозите обувь? Помните, покупала в H&M, ну, года 2 назад, 3, вот эту футболку в горошек? Я один раз поносила ее, ну, в Турции, когда отдыхала, и все. Она в хорошем состоянии, пра, да, ее за 400 рублей. Вот эту футболку тоже продаю. Не лук, она такая темно-синяя, вот здесь красивый рукавчик такой. Продаю, потому что очень открытый вырез. Потом вот такая, типа, туника красная, алая, тоже за 300 рублей в H&M покупала, вот. Продаю, но очень длинная. Вот, и сзади такая вот пуговка. Не знаю, купит, не купит. Продаю, и такое бывает. Вот такое платье, как бы туничка. Можно платье, я его на пляж обычно одевала, в Турцию, помню, когда ездила. Видите, тут вообще SM, но он на меня на 50 нормально лизал, но после одного сезона он подсел, короче стал. Продаю за 300 рублей. Вот такая сорочка, 44-46, хорошего качества, тоже продаю, может кто купит. Шорты. На меня нормально они налезают, на 48-50, но слишком короткие, яркие. У меня сейчас другие шорты. И обычно шорты я в Москве не ношу, на даче, на отдыхе, только так стесняюсь. Вот такое платье. Оно на молнии, черное, тоже за копейки продаю. Ну, не знаю, мне не нравится вот эта вот штучка. Тоже рублей за 300 продаю, обычное черное вот такое платье. Так что разбираем, вот такой летний уже гардероб пошел. Есть вот такие джинсы H&M, джоггеры, но они светлые, видите? Вот внизу в обтяжечку, на 50 размер. Поносила в том году сезон и поняла, что они у меня увеличивают. Ну, светлый свет бедра очень увеличивает ноги. Вот, не буду носить. На Юлу выставлю. Вот, а так они хорошо сидят на резиночке, в отличном состоянии. Ну, джоггеры такие светлые. Я думаю, кто-нибудь купит. Вот такое красивое платье 52 размера, длина 130, оно легкое, хлопок. Вот, продаю маме. Мамино платье за 1000 рублей. Сейчас приедет женщина на лето, мне кажется. Ну, кто там, старше 50. Вот, сейчас ходить. Ну, если она не будет ее увеличивать, мне кажется. И сзади молния. Так что вот так потихонечку Юла Авито. Вот, называется Бонита. 52 размер. Мамино маловато, а кому-то оно пригодится. Расхламляем потихонечку. Вот такое. Я люблю вот такую ткань. Я не помню, это вообще, ну, вот такая марка. Немножко уже маловато, да. На речку, на пляж ходил, очень классный. Сейчас купила в H&M в том году, похоже. Тоже 300 рублей продаю. Вот такие брюки давно в твое покупала. Они на 1,70 м, и резинка чуть ли не до груди. Неудобно. Они на рост больше рассчитаны. Вот тоже продаю. Вот такой сарафан длинный. 48 твое вообще тоже за 300 рублей продаю. Длинный. Ну, не ношу. Вот. Так что вот такой был разбор гардероба. Подписываемся на канал, ставим лайк, пишите, много ли вы разбираете гардероба. Вот, подписывайтесь на канал. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех целую, обнимаю. И до следующего видео. Пока-пока.